Человека надо влюбить в дело. А это возможно, если сам увлечен, считает Юлия Потапова, руководитель образцового коллектива «Театр народной песни «Теремок». Своих первых педагогов музыкальной школы в маленьком городке на Волге помнит до сих пор. Нам повезло с преподавателями в свое время, которые подарили нам вот эту любовь к тому, чем мы занимаемся сейчас. И более того, нам бы хотелось самим быть такими преподавателями, чтобы нас через сколько-то лет вспоминали, что да, вот у нас был вот про тот проводник, про который я говорила, да, в начале, что должен быть человек, который тебя влюбит в это дело, и ты пойдешь дальше. Сегодня Юлия сама и педагог, и наставник, и проводник. В своей профессии работник дополнительного образования в сфере культуры заслуженно стала лучшей, удостоилась премии губернатора Московской области. С 2013 года в школе искусств классика занимается с детьми фольклором. Говорит, главный двигатель и вдохновитель – сами дети. Дети, ну, это вот сама искренность, откровенность, непосредственность, честность. Наверное, это те люди, благодаря которым ты растешь. Потому что они способствуют как развитию, как преподаватели именно. И мы с Сергеем Владимировичем, такой у нас тандем преподавательские, мы очень рады сейчас заниматься с детьми, потому что творчески, интеллектуально и профессионально мы растем с ними. Всю жизнь на сцене с русской народной песней и танцем. Выступала в коллективе у Владимира Девятого. Там познакомилась с супругом, который стал верным партнером в любимом деле. На сцене практически среди выступлений растет и дочь творческих родителей. Мы с папой даже не знаем, если честно, радоваться за нее или сочувствовать, потому что на самом деле она... Ну, на сцене она с рождения, выступает она с 3 лет. Сейчас уже у нее масса там дипломов, спецпризов, поэтому она у нас такая гордость. Гордится и каждым своим учеником. Говорит, в любом ребенке есть свой талант. Нужно только суметь его увидеть и раскрыть. А игра – лучший способ. Все занятия, да, мы проводим все-таки в игровой форме, в теремке. И... Это удобная форма и комфортная для детей именно как занятие, рассматривать ее. Всем преподавателям я всегда советую, потому что наши дети, заканчивая в 8-9 вечера занятия, задают обязательно вопрос: Юлия Николаевна, Сергей Владимирович, а мы еще поиграем? На что мы уже вот так смотрим, но никуда не денешься, мы обязательно играем, родители ждут. Впереди много выступлений и концертов. Бесчисленные репетиции. Только движение вперед. Секрет любых побед. Юля, как быть лучшим в своей профессии? Секрет, наверное, прост. Нужно быть лучше, чем вчера. Ты должен расти, ты должен идти вперед, ты должен развиваться, учиться. И тогда, наверное, ты будешь лучшим. Ну и, наверное, люби свое дело тем, чем ты занимаешься. Конечно, конечно. Я всегда говорю так. Я не хожу на работу... Я занимаюсь любимым делом, я занимаюсь любимой профессией. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».